Всем, друзья, привет! Канал Реальная Качалка. И сегодня пришла долгожданная моя посылочка с iHerb сайт. И здесь в основном все для повышения потенции, для усиления либидо и поднятия, собственно, теста. Вот такая вот посылочка. На этот раз она дошла, если посмотреть, за... Ну, мы заказывали, видите, 18 числа ночью. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Девятый день, утро, и я ее получил. Итак, давайте распакуем, посмотрим, что здесь я назаказывал. Ну, 9 дней, скажу, это не предел, потому что ко мне некоторые посылки доходили даже с iHerb за 7-6 дней. Итак, что мы здесь имеем? Я вам по-быстрому все показываю. И сразу вам буду... рассказывать. Омега-3, ребятки, омега-3, вот такая вот банка. Это Solgar, вот так вот упакованная. Я себе брал ту омегу, о которой я вам неоднократно говорил, она самая лучшая. Ссылку на нее я оставлю под этим видео. Так, дальше вот такая вот огромная пачка. Это пробиотики и пребиотики для моего желудка. На сегодняшний день не самое-самое лучшее. Все здесь упаковано. Вот сколько здесь всего. Видите, вот состав какой. Но они самые-самые нормальные. Поэтому я их беру для того, чтобы все усваивалось в моем организме. И поверьте, все это тоже влияет хорошо на мой тестостерон, на потенцию. Вот такой вот. Дальше. ГАБА. Беру в этот раз в капсулах 500 мг. 200 капсул. ГАБА взял тоже для теста. Отлично помогает. С B6 они идут. Сон после него хорошо, сплю. И тест у меня растет. И гормон роста растет от него. Наверное, 5-6, а то и в 7 раз. Ну, чувствую, что классно. Для потенции самое оно. Тоже ссылочки на это все я оставлю под этим видео. Витамин D3. Это то же самое солнце. Но это D3. То есть это капсулы в виде тоже такие как желатиновые, они будут в виде как масло. Вот. 5000 в одной капсуле. Вообще бомба. Здесь у нас получается 360 штук. Так что вообще тема. Так. Дальше. Кальций, магниум, цинк. Вот такая вот баночка. Тоже Solgar оригинал. Ребята, я столько встречал подделки по Solgar'у, что кроме iHerb'а я не вижу смысла нигде покупать его и вообще. Это реально оригинал. В стекле, стекло нормальное, вот если брать. И нормально все вообще. То есть, это классно. Металл, стекло и сверху еще пупырка их фирменная. Ну, четко. Кальций, магниум, цинк. Бомба. Я думаю, все знают, что это такое, да, что это за спортпит такой даже. Для потенции вообще бомба, сразу говорю. Так, куркума. О ней мы очень много говорили. Я взял куркуму от Расту, которую ранее я проверял. Ребятки, вот после нее у меня и суставы не болят после этой куркумы, вот после вот этой. И реально, потенция шкалит. Я вам серьезно говорю. Куркумы есть огромный выбор. И есть... И можно купить и в маркетах в обычных в виде порошка, да, можно купить на iHerb'е. Но вот это вот мне очень сильно нравится. То есть в комплексе с тем, что я вам показывал, это действительно классная такая штукенция. Так, цинк. Цинк для каждого мужика нужен. В этот раз я беру самый дешевый цинк, но он действительно работает. От фирмы 21 век. 50 мг, 110 капсул. Без глютена. Вообще бомба, ребятки. Бомба просто абзац. И для хорошего сна взял себе мелатонин. 10 мг со вкусом вишни. Да, есть и такой. Тоже очень дешевый. 120 штук со вкусом вишни. Жевательный мелатонин. Не знаю, для меня это самый оптимальный, классный вариант. Все, ребятки, вот это вся посылка, о которой я вам ранее уже говорил. Вот, видите, тут ничего уже больше нету. Вот столько интересных вкусняшек я получил, видите, да? Сейчас на экране ГАБА,
пробиотик, пребиотик для желудка, для усвоения, чтобы не было газов, вздутия. Вот это, кстати, оно. Мелатонин со вкусом вишни, 120 штук, 10 миллиграмм, то есть вообще бомба. Куркума, куркумин, кальций, магниум, цинк, омега-3 бомбезная, цинк чистенький, да, и витамин D3. Все это за копейки я взял на сайте iHerb. С каждой из этих, я буду именно говорю, что с каждой из этих, в принципе, я смогу. В общем, ребятки, если есть вопросы, смело задавайте. Под этим видосиком ссылки на каждый из этих препаратов, на iHerb с максимальной скидкой, с бесплатной доставкой в любую точку земного шара. Удачки вам, это канал Реальная Качалка. Ставим лайки и подписываемся.